Серебро дороже золота. Лови, получи $5000 за маму Любу. Мы продолжаем. Я обещал вам, что впереди будет еще горячее. Получайте прямо сейчас в нашем эфире группа «Серебро» объявит, за что вы можете получить $5000. Муз и Серебро начинают совместный конкурс. Смотрите внимательно. Сумасшедший клип группы «Серебро» «Мама Люба» бьет всевозможные рекорды. За первый же месяц его посмотрели 7 миллионов раз. И это только в интернете. Молодцы, девчонки! Только что закончили съемки нашего нового видеоклипа на песню «Мама Люба». Дело в том, что мы снимались в здании 17 века, которых осталось всего два, и наш Колизей. Как оказалось, история у этого клипа колоссальная. Сначала «Серебро» сняли совершенно другой клип в доме 17 века. Мы приехали специально, значит, в дом к Леди Гаге, чтобы попросить у нее фильтр для воды. Да, и пока ждали, пока вынесут нам водичку, мы сели тихонечко на лавочку, пока никто нас не видит, и записали наш тизер, типа, вау. Но каким-то невероятным образом случайное хом-видео разгоряченных девушек оказалось мощнее всего, что они сняли до этого. Но после такого успеха группа не собирается останавливаться на достигнутом и решает учредить свой конкурс на лучшую кавер-версию этого видео. Главный приз, внимание, $5000. Присылай свое видео на песню «Мама Люба» на сайт Муз ТВ. Если ты хочешь нам насолить или нас удивить, или сделать лучше, чем мы, пожалуйста, делай свое видео, присылай. Мы будем объективны. Интернет уже кишит многими кавер-версиями не только из России, но и из других стран. И такие хорошенькие. Да, ну сметанки выросли, хорошие, и сели за руль. Да. Матрюшка! Кто-то отжигает в общаге, Люба, давай, давай, давай. Кто-то в авто, Люба, давай, давай, а те, у кого нет машины, пользуются общественным транспортом. Одним словом, конкурс даже не начался, а уже разных вариаций клипа «Мама Люба» хоть отбавляй. Не забывайте выкладывать видео не просто в интернет, а на сайт Муза. Конкурс продлится до 15 декабря. Ну а группа «Серебро» в свое время может пожелать всем участникам только удачи. Лови. Артем Шалимов, Владимир Стражук. Про новости.